Последние новости «Дома-2» за неделю вперед. Андрей Чуев сдал свою бабушку в дом престарелых. В свое время еще Марина Африкантова в момент очередной ссоры с Чуевым развенчала образ идеального внука, каким считает себя сам молодой человек. Так Марина заверила коллег по шоу, что далеко не всегда Андрей выполняет просьбы престарелой бабушки Ольги Петровны Чуевой, даже когда дело касается ее здоровья. И если тогда словам Африкантовой мало кто поверил, то теперь у поклонников телестройки появилась еще одна возможность увидеть, что из себя на самом деле представляет Чуев. Как стало известно, сразу после возвращения с Сейшел Андрей отправился навестить бабушку в Старый Оскол и даже свозил женщину на отдых в один из пансионатов Кавказа. Вот только после небольшого отпуска в компании внука домой Ольга Петровна не вернулась, отправившись прямиком в дом престарелых Подмосковья. Впрочем, сам Андрей категорически отказывается называть так место, где теперь на полном довольстве живет его якобы самый дорогой и любимый человек. Более того, Чуев в самых радужных красках расписывает пансионат, рассказывая и о высокой цене заведения, и о тех благах, которыми теперь сможет воспользоваться Чуева-старшая. Однако переубедить поклонников при всем старании Андрею так и не удалось. Мало кто сомневается, что участник телестройки просто избавился от старушки, ставшей обузой, и сделав это в надежде заполучить ее квартиру в Старом Осколе.